от сестры к сестре. Подарок, песня. Меня всегда родной называешь, со мною хочешь ты все разделить, и ничего от меня не скрываешь, за тебя мое сердце болит. Твою печаль самой первой увижу, знала ты, как люблю я твой смех. Сестра моя, твоя любовь со мною. Сестра моя, ты очень мне нужна. Ты знай, я от всех бед тебя укрою. На свете у меня лишь ты одна. И тихий вечер разговором не скрасишь, и подаешь мне достойный пример. Меня с собой в свой мир забираешь, лечишь раны от мелких потерь. Дорожила, и все, что есть, отдаю я тебе. Я знаю лучшего, ты заслужила. Говорю я спасибо судьбе. Сестра моя, твоя любовь со мною. Сестра моя, ты очень мне нужна. Ты знаешь, я от всех бед тебя убью. Здесь не было ни одного человека, кто бы не прослезился, кто бы не заплакал. А те, кто не заплакал, у того нет сердец, да. Но таких тут нету, у каждого есть душа. Действительно, очень эмоциональная песня. Можно сказать, новая звезда казахской эстрады Айгерим. Большое спасибо за эту композицию, действительно. Очень и очень красивая. И действительно, каждая из сестер рыдает, буквально сказать. Но я все-таки предлагаю продолжать в хорошем тоне, с хорошим настроением. Да. И пришло время, наверное, продолжать поздравлять. Как меня уверили, где-то там в углу сидят однокурсницы. Да, я уже вижу, как кто-то прячет лицо, но... Поздравлять, конечно же, придется. Однокурсницы Севара, Гюлеру, Анна, Луиза, Мехрбан, Сарганаз, Фарангиз, Сайора, Айренеса, Гульноза и Динара. Никто не услышал, никто не увидел? А, вы, да, вы видели, услышали, да. Как тут зовут? По именам? Здравствуйте! Здравствуйте!
Да, немного стесняется, за ручки держится. Так, я тут назвал. Так, Луиза есть? Севара кто? Севара первая, это Гильрук где? Гильрук тоже есть? Анна. Анна, здравствуйте. Ехрван. Сарминас? Где Сарминас? Мы будем знать вместе. Ага. Парамис. Сайора. Ага, все сборы. Айрен Сор. Правильно сказал, да? Не ошибся? Гульноза и Динара. Все на месте, да? Тогда Севара начнем, да, друг? Хотите сходить поздравили, да, мы, конечно же, это очень ценим. А теперь можете продолжать есть и кушать и наслаждаться, да, вас все равно там никто не видит. Большое спасибо. Ну, на этом не все. Как мне кажется, важный момент пришел прямо сейчас для Зауры, конечно же, потому что в гости на ее девичник приехал ее будущий муж Шухра. Дорогие дамы и господа, пожалуйста, под ваши аплодисменты приехал будущий муж Зауры, Шухрат Бей. Аплодисменты, дорогие дамы и господа. Соизволил посетить девичник своей будущей жены, в данный момент невесты. И, конечно же, да, мы этого не ожидали, но, честно сказать, очень эмоционально и красиво это все выглядит. И, конечно же, для каждой дамы это очень красиво и интересно.
Да, всем большое спасибо, а кто сфотографировал будущих молодоженов, на свое будет завтра. А сегодня мы, конечно же, продолжаем веселиться, кушать, пить, поздравлять и наслаждаться сегодняшним вечером. Каждому большое спасибо, кто сегодня поздравил, кто пришел, а просто погостить на сегодняшнем мероприятии, да. Давайте, как мне кажется, дорогие дамы и господа, вы покушаете, опять наберетесь энергии, сил и с позитивной энергией хорошую музыку от нашего замечательного диджея. Выходим на танцпол и наслаждаемся, конечно же, Шпратбек и Заура тоже вас ждем потанцевать. Приятного вечера, дорогие многоуважаемые дамы и господа. Yeah.
Thank you.
мамы еще брата Изаура. Да? Жених здесь, поэтому я хотел бы вас обоих поздравить с этим знаменательным. Ну, конечно же, свадьба будет завтра, весь самый сок, все самое торжество, конечно же, будет впереди. Но сегодня, конечно же, на девичнике Зауру хотелось бы поздравить с этим знаменательным днем. Еще раз, конечно же, самые близкие люди собрались. И да, хорошее настроение, все танцуют, пьют, наслаждаются, но, как мне кажется, один из самых искренних, один из самых трогательных и красивых моментов настал. И как раз жених тут. Время пришло разрезать торт. Поэтому, как мне кажется, сестры, конечно же, как всегда, сестры здесь будут помогать. Давайте еще раз насладимся данной церемонией, когда будущие, так сказать, завтрашние молодожены разрезают торт предварительно, так сказать, подготовка у них сюда к сегодняшнему, к завтрашнему мероприятию. Еще кто-нибудь будет участвовать? Да, пожалуйста, можно тоже для красивой церемонии. Красивейший, большой, так сказать, торт. Дорогие шифраты Зауру, приглашаю вас на этот торжественный момент разрезания торта. А все, кто хочет поучаствовать в данной церемонии, конечно же, идемте ближе, тут разговаривать, говорить, танцевать не надо, поэтому можете фотографировать и на память запечатлять данные моменты жизни, очень искренние и, самое главное, очень вкусные. И, как мне кажется, нужно поздравить молодожену прежде всего с тем, что хотелось бы, чтобы их жизнь была такой же сладкой, такой же белоснежной. И, конечно же, без проблем. Очень красивый момент. Смотри, как. Да, да, конечно же, Заура оформит главу семьи, так сказать, Шухрата. Кузыко, бомба, говорит, действительно, посмотрим, что скажет Заура. Кузыко, да, я. Ну так еще раз хочется вам пожелать, чтобы жизнь у вас была, как вы сказали, такая же, как вы ее назвали, бомбовой, интересной, на счастье, так сказать. Да, падают вилки, обязательно кто-то по традиции должен прийти. Да. Белый торт — это всегда чистота, искренность, доброта. И хочется пожелать вам на будущее, чтобы у вас жизнь такая же была, без проблем. Я надеюсь, через год будем праздновать появление новорожденных малышей и будем радоваться еще больше. Поэтому от чистого сердца каждый здесь, кто находится, Шухрат Зауру, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Но самое интересное завтра, а сегодня, так можно сказать, для вас подготовка, а для Зауры очень искренний и красивый день. Куда пришли самые близкие, сестры, подруги, однокурсницы. Так будьте счастливы, молодожены!
Thank you.
Para que me digas, aprenda, no me voy. Tú me dejas, para que me digas, aprenda, no me voy. Tú me dejas, para que me digas, aprenda, no me voy.
Isso é só por buga pra analisar. Deixa a time de gelado, puxa a mig e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livio vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Oh,
Да, большое спасибо всем, кто танцевал.